Глава Ленинского городского округа провел совещание с руководителями средних школ муниципалитета. Мероприятие прошло в Видновской гимназии. Главной темой встречи стала подготовка к грядущему новому учебному году. В округе идет активное жилищное строительство, а вместе с ним возводятся и социальные объекты, в том числе школы. В этом году мы открываем 6 школ. А если быть точным, то до конца, ну до начала 25-го считайте 7, на общей мощностью 8275 мест. Ну это как для маленького города, целиком сразу за один год нужно будет открыть всю сеть образования. Это вопрос очень серьезный, это самый большой вызов по всей Московской области на сегодня. В ходе совещания директора учебных заведений сообщили главе округа, какие из будущих школ станут частью уже существующих образовательных учреждений, а также рассказали о ситуации с набором нового персонала для работы во вновь открывающихся. Одна из школ на 1100 мест откроется в ЖК «Горький парк», расположенном рядом с деревней Коробово. Она станет еще одним корпусом образовательного центра «Старт», работающего в микрорайоне «Пригород Лесное». Олег Вячеславович, понимаете, сколько учителей вам туда нужно будет найти? На проектную мощность плюс 41. Но по словам застройщика, на проектную мощность, то есть 1100 детей на 1 сентября туда не придет, по словам застройщика, будет 450 детей. 450 человек на 1 сентября? 23 учителя. К 1 сентября 23 учителя найдете? Ну, мы уже часть нашли. Также Станислав Катаров рассказал о мерах поддержки, которые помогут привлечь новых сотрудников. Предоставление общежитий и компенсации за аренду жилья, выплата грантов и пособий по федеральной программе «Земский учитель».